Золотые упрыгажэнні, монеты, частка з якіх прадстаўляе культурную каштоўнасць, спрабавалі незаконна правесці на тэрыторыі Еўразійскага эканамічнага саюза. Інцыдэнт меў месца ў пункце пропуску Брузгі на беларуска-польскай мяжы. Па папярэдніх падліках агульная сума знойдзенага складае 20 тысяч рублёў. На золотые вырабы натрапили супрацовники Гродинской региональной мытни подчас огляду легковика громадянина Российской Федерации. Попередней об наявности у прохожения и монет мужчина не поведомил. Сярод знойденного – завушницы, перстенки, ланцужок на шию и подвеска у выгляде крыжа, а так само монеты номиналом 5, 10 и 15 рублей. До слова, гроши относятся до конца 19-го, початку 20-го стагодзя, периоду царской России и мают культурную каштовность. Монеты конфискованы и накированы на экспертизу. Супрацовники мытни нагадывают, не трапить у подобную ситуацию, дозволить выполнение правил мытного законодавства. Если вы ввозите культурные ценности на территории Евразийского экономического союза и при пересечении границы предоставляете подтверждающие документы, что они таковыми действительно являются, то вес и стоимость этих культурных ценностей не будут включаться в общий вес и стоимость перемещаемых вами товаров. При вывозе данной категории товара действуют иные правила. Необходимо письменно задекларировать перемещаемую культурную ценность, а также предоставить разрешение уполномоченного органа.